запись пошла. Ну, я все ем. А ты все ешь. Ты только смотри, сядь, чтобы тебя было видно. А то тебя наполовину видно. Ну, ты хавай, хавай. Так. Сейчас я чуть-чуть подготовлю. А то у меня, видишь, сколько проводов? Ты развернись, вот так, как я. Ну, сейчас я дожую и развернусь. Жуй. Нет, ты просто такая, типа, я подумала, что ты уже готова. Кто будет первый? Ты и я в наушниках. Давай я. Ты будешь в наушниках? Угу. Ты будешь слушать мою музыку? Какая боль, какая боль. Короче, мы будем снимать... Назови это правильно. Вышпор-челлендж. Вышпор-челлендж, точно. Я все забываю. Сейчас я тебе кэш открою. Ой, куда я понажимала? Короче, неважно. Главное, чтобы тебе ничего не было слышно. Сделай себе просто вот на максимум. Но я могу в сторону сами вставить свои наушники? Да. Я не знаю, когда я выложу это видео. Либо это видео я выложу после влогов, либо я это видео выложу до влогов. Ну, короче, я сейчас нахожусь у подруги в гостях с ночевкой и решили снять видео. Только ты старайся смотреть не на верхний экранчик, а в объектив, ладно? Понятно. Ой. Что-то мне уже смешно. Включай любую. Просто зумба. Да. Просто зумба. Ладно. Ты меня не слышишь? Не слышишь меня? Туалетная фея. Что? Смотри туда. Туалетная фея. Сухой что? Туалет. Соль? Ту-а-лет. Цукаты? Туалет. Так нельзя же показывать. Нормально, все можно. Ты поняла что-нибудь? Нет. Ладно, из меня плохой вообще актер. Туалет. Туалет. Да, 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 да. Первое слово. Туалетная. Туалетная бумага. Ну почти. Фея. Фея. Ну давай. Я верю в тебя. Ну. Туалетная фея. Туалетная вода. Фея. Пипец. Ну. Фея. Мне нормально, я это слово загадываю на танцу. Фея. 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 Это типа палочка. Все было так под музыку сделано. Давай, под музыку и... Давай. Ну. На Гарри Поттер? Туалетный Гарри Поттер? Что за туалет? Короче, ладно. Лакса Миртл. Это была, сказать, давай. Туалетная фея. Ну, тут просто же надо, как я понимаю, загадывать какие-то странные вообще слова, не похожие. Я потеряла тапочек. Давай теперь я. Давай теперь свои наушники одену, потому что я вот такие наушники не могу. Я привыкла к своим. Мама, мне кажется, это видео будет либо слишком... Да, мы с тобой ржем уже в течение 5 минут. Ладно, я попробую это обрезать как-нибудь. Давай. Цветной заяц. Чё? Цветной заяц. Цветой?
Да ладно, реально? Да. Блин, ну я даю с первого раза. Ну давай еще что-нибудь мне загадаешь, а то она готовит нам. Сейчас она будет меня кормить. Она готова. А? Она готова. Она готова? Да. Давай, короче, я включаю опять музыку. Мне кажется, я сейчас оглохну. Ждем. Катя добавляет помидорки. Вообще, на самом деле, прикольная штука, даже чисто не видео снимать, да, вот так вот в компании сидеть где-нибудь, и, чтобы отгадывать. Ребята, это вам идея такая. Если вы находитесь в компании, можно сидеть и тоже так играть. Ты сейчас ничего не говорила? Нет. А то я плясала. Все, готово? Я включаю? Угу. Вежливая креветка. Что? Вежливая креветка. Цвя? Вежливая креветка. Вежливая креветка. А я так не понимаю. Мне кажется, я сейчас ору, наверное, очень громко, да? Да? Ладно, я попробую потише. Вежливая. Хорошая. Вежливая. Вежливая. Креветка. Усы. Креветка. Креветка. Я сейчас чувствую реальной блондинкой, просто вот такое вот. Давай еще раз. Креветка. Да это усы. Вежливые усы. Подожди, мне музыка не играет. Вот заново. Вежливая. Вежливая. Креветка. Креветка. Ну, давай еще раз. Креветка. Ты меня ругаешься? Нет. Ну давай. Креветка. Креветка? Чисто. Вежливая креветка? Пипец вообще. Давай теперь я тебе. О, не могу наушники вытащить. Что бы тебе придумать? Блин, я не знаю, что тебе придумать смешное. Ну, вежливая креветка — это нормально. А туалетная фея? Сейчас, подожди, надо подумать, подумать, подумать. Тимати. Тимати. Апельсин? Ти-ма-ти. Ти... Сис? Нет. Ти? Сестра? Ти? Сеть? Нет. Ти? Ты говоришь, у тебя губы вообще не двигаются. Ти-ма-ти. Господи. Ну, он, короче, еще такой... Ну, откуда уже как-то да. Нет, я тебе говорю. Ти-ма-ти. Ну? Ти-ма-ти. Испанца? Нет, он не испанец вроде бы. Ти. Сей. Ты. Время? Тайм-аут? Нет, ты. Но. Ти-ма-ти. Купаты? Какие купаты? Ты сдаешься? Что? Сдаешься или нет? Нет. Нет? Ну давай дальше. Давай, включайся. Ти-ма-ти.
Ти. Слышишь, только сипаты какие-то, как... Сиди, сиди. Я тебе помогаю. Это, короче, чувак, типа, читает. Нигеры. Ну? Рэперы. Да. Гангстеры. Ти-ма-ти. Ку-кукс-клан? Чё? Что ты сказала? Ти-ма-ти. Ну ты будешь сдаваться или нет? Ну? Нет. Господи. Блин. Я не знаю, какую тебе еще подсказку-то дать. Да, я поняла, что-то связанное с гангстерами. Нет! С каким-то рэпером, да. Ничиномазами. Да ничиномазами. Ладно, немножечко... Подсказать? Нет. Сказать? Нет. Давай еще. Дед? Нет. Мне просто музыка нравится. А, понятно. А ты думай. Тима! Просто... Я не знаю, как тебе это сказать. Ти. Ма. Ти. Сепловатое. Короче, пофиг, уже шарады какие-то. Ну чё, сдаешься? Нет, просто так вытащила. Это был Тимати. Я же тебе показываю, типа он читает. Рэпчик. Какой кошмар. Господи, я чувствую, ты меня сейчас вообще казнить будешь. Да? Нет. Нет, не будешь казнить. Да, я тоже себя покажу чуть-чуть. Я тебя слушаю. Сейчас, стоп, еще не слушаю. Давай слушаю. Аборигены. Что? Аборигены. Сосиски? Аборигены. Я знаю. А, ну я же... Что? Аборигены. Нигер? Аборигены. Хип-хоп? Нет. Аборигены. Пять слогов. Что? А. Бо-ри-ге-ны. И хрен его знает. Я не знаю. А ты запутикала, блин. Ну они такие типа... Индейцы? Нет, но... Танцующие индейцы? Близко. Аборигены. Аборигены. Блин, ну слушай, что-то я отгадываю, ты не отгадываешь. Давай я покажу, что ты приготовила. Это будет завершение, наверное, этого видео. Короче говоря, вот что Катя приготовила, вот что мы сейчас будем есть. Пускай это будет завершение этого видео, потому что я первый раз снимаю видео вообще с подругой. Ну, я имею в виду такого плана, не влог, а вот именно такое видео. Вот. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Катюх, скажи пока народу, мы сейчас будем кушать. Все, до свидания. Тебя почти не видно. До свидания. Угу. Пока-пока. Господи, что у меня на лосинах? Это такое видео уже получается немножко ушедшее во влог. Ладно, я сейчас буду снимать влог на другую камеру. Ну да. Все, пока-пока.